Всем привет, это ГТПС версия 1.3. Выкладываем. Ресент. Мой уровень. Можно писать комментарии. Можно лайкать комментарии. Или дизлайкать. Можно лайкать своими. Оценить их. Появились демоны. Посмотрим, какой у нас демон. А, это домовенок, мама. Ну-ну. Сложно это очень. Домовенок, который был раньше. На демонов оценить нельзя. На звезды нельзя. Нет. Ладно.
Нельзя удалять комментарии. Уровни тоже нельзя удалять. Ну как Вадим или в ДПС. Я оценил только уровни. Оценим и на ЛА. Изи. Одна звезда. Нормал. Две или три. Вроде какие уровни. Да, так примитивно, как Вадим мой в ДПС. Только не могу разобрать. Сложный какой-то, недооценивают. Икс. Посмотрю, как тут секрет вы. Да, сейчас. И еще последний уровень. Трейдинг. Можно модит. Может лайкит. Острый сент. Мои уровни сейчас покажу потом. Потом свои уровни покажу, не удалим из редактора. Какой сложный уровень. Лоу. Тут он был вроде трастуя. Как и мой предыдущий. Это вот этот. Тысяч пользовательских уровней. Вот так. Ник 13 цифр. 23 звезды, ни одного демона. Но вот самое главное. Вот фьючер также. Нету такой обводки фьючер. И самое главное. Демоны у них. Демоны тут какие. А тут можно смотреть. Сегодня этого игрока. Это не настоящий роб-топ. Еще. Топ 50 глобальный. А где я тут нахожусь? Я и не вхожу. Безумный игрок.
Вот тут появился друг. В описании видео ссылка на этот сервер. А первого, что я был уже готовен, то я назвал ха-ха-ха, я его показывал 20 мая. Кто-то его задизлайкал. На фейсбуке надо оценить. Все, а скоро я покажу. Ладно, сервис версии 2.2. А сейчас всем пока.